рекомендуем вам присмотреться к хиту продаж сегодняшнего дня. Это гель Gerudo. 100 мл здесь. И давайте разбираться, что в этом геле и в чем он нам помогает. Гель Gerudo основан более чем на 100 биологически активных веществ, которые продуцируются пиявкой. Угу. Если в практике мы ожидаем, что пиявка прокусит кожу и только тогда впрыснет секрет слюнных желез, то сейчас мы можем в удобной форме, нанося на кожу, обеспечивать ее высокой эффективностью. Так, то есть кусать нас никто не будет, но это же действие мы получим с помощью геля. Это низкая цена для такого косметического средства. И вообще, геродотерапия, она известна, я специально почитала, с древних времен Клеопатра выбирала именно, пользовалась именно пиявками для того, чтобы свою красоту и молодость поддержать. Слушай, вот я трогаю, наношу такой нежный, такой холодненький, охлаждающий гель, приятный очень на коже. Быстро впитывается, моментально проникает в глубокие слои кожи, непосредственно в кровоток. Более 100 биологически активных веществ, которые обеспечивают улучшение кровообращения, лимфоотток, противовоспалительное, ранозаживляющее действие. В каких болезнях помогает? Основное, с чем сталкивается большинство женщин, что ограничивает наше комфортное существование, это варикоз, тромбофлебит. Вот да. Со всеми этими заболеваниями борется эффективно гель Gerudo. То есть, если мы страдаем заболеваниями болезни вен, если у нас тяжелые ноги, если у нас варикозное расширение, если у нас сетка на ногах, нам вот показан гель Gerudo, и мы можем продемонстрировать его эффективность на наших моделях. Так, давайте проведем тестирование. Чем отличается телеканал Shop and Show? Тем, что мы проверяем, тестируем. Мы разделяем участок. То есть вот мы видим, как раз у нас поражение, венозная сетка ярко выражена. Массирующими движениями, легко, не втирая, мы распределяем гель по поверхности, снизу вверх, активируя венозный кровоток. Так. Распределяем ровно ту половину, на которой мы хотим потом наблюдать этот эффект. То есть мы берем просто гель из тубы, небольшое количество, и легкими движениями массирующими наносим. Втирать надо? Не втирая, только наносим легкими движениями и ожидаем, что у нас гель быстро впитывается, имеет приятный аромат. Так, и тем самым что получают наши моментально ножки? Моментально проникают в глубокие слои, у нас снимается отечность, болезненность, визуально венозная сетка уменьшается. Мы наблюдаем эффект практически моментально. При регулярном использовании мы можем уже не сталкиваться с той проблемой, которая мешает нам одеть короткие юбки. И вообще чувствовать себя свободнее. Ведь это же еще и боли, если вас замучили боли в ногах. Если у вас уже есть проявление варикозного расширения вен, если есть такая же сетка, как сейчас на нашей модели мы видим у Елены, используйте гель Gerudo, который мы предлагаем сегодня по эксклюзивной цене. А вот они, кстати, пиявочки. Пиявочки, которые делятся своим секретом, который и спасает нас. Доказательная база, которая у нас основана на добровольных клинических испытаниях, позволяет нам говорить и утверждать, что гель действительно эффективен при псориазе, герпесе. Псориаз – это же такое сложное заболевание, тяжелое. И неужели даже помогает при псориазе? Конечно. Эффективно мы справляемся с псориазом, с герпесом. У нас уже не возникает такой проблемы. Также то, что мы можем наблюдать постоянно в нашей жизни, это ссадины, раны, ушибы. Все это эффективно спасает нас гель Gerudo. То есть это еще заживляющее действие, да. Обеззараживающее, обезболивающее действие. И давайте уже посмотрим. Вот сейчас давайте уже впитался гель. Вот давайте увидим. Мы наблюдаем как раз. У нас область, которая уже с нанесенным гелем. Прошло буквально несколько минут, и у нас уже скрыта венозная сеточка. У нас уже нет этого визуального какого-то неприятия, которое на венозную сетку. Да. Ну что ж, давайте оценим, давайте мы посмотрим. И, конечно же, это подтверждение тому, что действенное, клинически доказанное. Посмотрите, где мы наносили. Вот если мы видим до, то тут выраженная сетка. Вот после. Гладкая кожа, у нас уже нет вот этого визуального проявления. Венозная сетка отсутствует визуально, мы ее практически не наблюдаем. А прошло у нас буквально вот пару минут. Итак, легкость, вы видите, быстрота сами впитывания, моментальный эффект. То есть, если мы будем пользоваться этим гелем, будем пользоваться постоянно,
то мы будем, во-первых, визуально видеть, а как это еще влияет на наши вены, как влияет на самочувствие? У нас укрепляется сосудистая стенка, улучшается кровообращение, лимфоотток, у нас снятие отечности. Слушайте, вот это да. На ваших глазах вы сами видели, что если мы наносим гель, то мы даже визуально можем увидеть, что постепенно сетка у нас становится менее заметна. Постоянно, но самое главное, да. К нам, снимается боли. Безусловно, постоянно к нам обращаются люди с благодарностями, что действительно гель обладает уникальной эффективностью. В клиниках везде используется, и многие замещают базовую терапию, уже переходят целиком на гель, потому что действительно активное, эффективное лекарство. Слушайте, ну вот я хочу поделиться. Я, например, специально изучала. Геродотерапия сейчас очень популярна. У нас Виток, в Москве очень много клиник, которые предлагают геродотерапию в качестве именно избавления от болей в ногах, варикозное расширение вен. Я просто узнала. Одна процедура стоит 2500 рублей. Это минимум. Я видела и дороже. А нужно сколько этих пиявочек? 5-7? 5-7. 5-7. Одна стоит 300 рублей. Одна процедура, 5 пиявок по 300 рублей, 2500 сама процедура. Это сколько, если 10 процедур делать? Это дорого. А потом нужно еще терпеть боль, прокуса, пиявки. Ничего этого не нужно, вы используете просто гель. Наносите его, и тот же самый терапевтический эффект вы получаете. В одном тюбике 100 мл мы имеем более 150 биологически активных веществ. Концентрированное средство, которое нам надолго хватит. Мало расходуется, наносится ровным тонким слоем, но обладает колоссальной эффективностью. Раны, ссадины, порезы, варикоз, тромбоз. Ой, кстати, Алена, о чем я подумала? Если оно избавляет еще и сосудистых звездочек, вот часто бывает купероз на лице. Можно? Конечно, можно и на лицо. Оно не сушит кожу, то есть абсолютно доступно, быстро и эффективно. Многие женщины, вот кому уже за 40, у кого, может быть, есть лишний вес, очень мучаются с болями в ногах, расширением вен, и, конечно, вот эти все отечности. Есть много средств медицинского характера, есть много средств химического, да, то есть это либо принимаем внутрь, либо наносим на кожу, много гормонального, но действует не всегда, а это у нас натуральное. Натуральное, без противопоказаний, без аллергий, без побочных эффектов, то есть обеспечивает действительно максимальную эффективность. А вот так вот делается, кстати, процедура, да, вот с пиявками? Да, это вот мы наблюдаем, постановка пиявок. Да, да, это эффективно, да, это более 30 веков уже используется. Но, тем не менее, не каждый может решиться на постановку пиявки. Поэтому удобная форма, максимальная эффективность, высокая концентрация биологически активных веществ – все это нам обеспечивает эффективность, которую мы ожидаем, и даже больше того. А как ты вот посоветуешь? Скажи, пожалуйста, для мужчин, для женщин вообще есть какие-то ограничения по возрасту? Как подскажешь? Никаких ограничений. И мужчины, и женщины в любом возрасте, и детям, и даже в глубоком пожилом возрасте. Чаще всего с чем мы можем столкнуться, наши близкие, это пролежни, то, от чего вообще трудно спастись. Это буквально средство скорой помощи. Максимально быстро мы улучшаем кровообращение, мы боремся с пролежнями, боремся с опрелостями. Любые проблемы, которые мы с трудом можем справиться даже с лекарственным, мы справляемся с путем геля Геруда. А вот такой вопрос. Сейчас начинается дачный сезон, да, многие поехали, уже сажали, уже были посадки. Какие-то травмы получаем, да? Где-то мы, может быть, ожог, может быть, где-то царапин, где-то ссадина, где-то порез. Заживляющим эффектом обладает гель. Можно использовать при ранках? Безусловно. Противовоспалительный, ранозаживляющий. Мы можем наносить как на открытые, так и на закрытые раны. У нас прекрасный эффект получается, обезболивающий. Если у нас мы сталкиваемся с какими-то нарушениями слизистой, геморрой, то, чем мы так можем... Геморрой? Безусловно. Слушай, вот это первое показание просто для Геруда. Вы представляете, геморрой. У нас был звонок от нашей телепокупательницы, которая спрашивала, чтобы мы обязательно показали от геморроя средства. И это действительно очень тема серьезная, она очень интимная, но эта тема требует внимания. Представляете, даже при геморрое спасает гель Геруда.